Почему я начал больше сейчас видосов снимать? Я не знаю, хуй знает. Наверное, пришло уже время. Реально. Вы вообще заметили, что я начал больше видео снимать? Ебать. Блять. Я сам в ахуе из себя, если честно. Я сижу, пью просто чай и думаю, что бы вам сейчас снять. Ой, блять. Я не знаю. Я не знаю, что на меня сейчас нашло, чтобы снимать видео, реально. У меня сейчас зависимость на чай. У меня сейчас зависимость на кофе. Меня просто рвет повсюду, я не знаю. Может быть, пришло время такое, я не знаю. Я наконец-то нашел себя. Я забыл, что это такое. Я вообще не снимал видосики. Где-то сколько? Блять, что со мной? Где-то, наверное, года 2-3 точно. Я вообще нихуя не снимал. Сейчас я начинаю пилить что-то для вас снимать, вот. Вот главное, у меня от вас поддержка, репост, это вообще будет несложно, я надеюсь. Я не знаю, моя жизнь изменилась. Моя жизнь стала как-то проще, лучше. Вот видите, как я живу. Ну, типа, это кухня только, ну, у меня большая кухня. Я в другой стране. Я пережил жесткий стресс жизненный, который меня, наверное, переборол уже как-то. Как-то я уже привык как-то вот сидеть, общаться с вами, как-то вот что-то рассказать вам. Мне сложно вообще что-либо рассказывать, что у меня в жизни происходит. Я начал заниматься больше, вот видите, да, мощный, мощный чувачок. Я себя не потерял, я сейчас не сижу в углах где-то там, не курю ничего. И никогда в жизни не курил. Вот, поверьте мне, он станет намного легче, если вы вместо 10 евро на сигареты, вы пойдете себе и купите себе пиво. Но я пиво не пил тоже, опять же, да. Блять, не знаю. Просто вам, поймите вот одно. Поймите одно, если вы купите алкоголь, смотрите. Вы будете использовать сумму. Поверьте мне. И потом вы в жизни поймете, что алкоголь это плохо. Или сигареты это плохо. Наркотики тоже, ребят. Я очень пережил много. Очень. Совсем. Я даже с отцом не общаюсь. Поверьте мне. Жизнь не такая уж и долгая. Вы должны после себя что-то оставить. Поверьте мне. Вы должны этому миру сделать что-то важное, что-то хорошее в этой жизни. Поверьте мне, вам станет намного легче. Вы себя должны как-то уже привыкнуть полюбить. Если у вас есть человек, которого вы действительно любите, скажите ему это в лицо, скажите, он вас любит, или вы его любите, или вы там как-то, ну, может, вы влюбились в кого-то. Пойдите, скажите, я тебя люблю. Не надо упускать шанс. Идите вперед. Стремитесь к целям. Начинайте что-то делать. Я вот начал сейчас что-то делать. Я очень рад, что я хоть что-то для вас делаю. Я прошу вас очень сильно репостнуть это видео людям, которым этого не хватает. Поверьте мне еще главное, семья это вот. Самое главное это семья. И, ну, друзья тоже, конечно же. Если у вас, конечно, не есть. Потому что не у каждого есть. У меня появились друзья, самое охуительное просто. Я этим видео просто бы, я хочу его без монтажа как-то сделать, просто вам сказать такие тепленькие слова. Вот. Поверьте. Вы должны уже просто взять себя за руки. Я понял, что если ничего не делать, я ничего не добьюсь. Вы должны ебашить эту систему. Не сдавайтесь. Даже если от вас все отворачиваться будут. Идите вперед. Ебите эту индустрию. Я вам обещаю, вам станет легче. Все, ребятки, с вами был я, Фил Лена. Любите в себя. Я надеюсь, что я это видео сегодня тоже выложу. Я уже вылаживаю третье, четвертое видео. Ну, это уже спустя вот это второй день, я не знаю, или уже третий. Вот, посмотрим. Скоро выйдут треки. Прошу вас всех зайти ко мне в Spotify. У меня вышел классный украинский трек. Конечно, я знаю, может быть, меня смотрят русские. Я прошу вас не судить, так как я за всех. И я за мир. Вы запомните об этом. И я не хочу судить человека там за национальность. Так как я живу в Германии, и я понимаю, что здесь тоже есть русские, здесь тоже казахи, там разные, афроамериканцы, все мы одинаковые. Запомните это раз и навсегда. Все. Спасибо вам за прослушивание этого данного видео. Может, это какое-то письмо такое, я не знаю, как название это даже сделать. Я надеюсь, что это письмо останется в моих сердцах. И если даже когда-нибудь умру, то это видео останется как воспоминание, что эта жизнь может быть проще, но она не бесконечна. Поэтому я вас всех люблю и всех обожаю. Будьте собой.